Итак, всем привет, с вами Сталс, и сегодня мы поиграем в игру Pathway. Да, это игра в стратегии в реальном времени. Я снимаю уже 3-й раз. Почему-то 2 раза меня не записалось. Я не знаю почему, и надеюсь сейчас все получится. Ой. Нам нужно сюда, в левый край карты. Пойдем я сразу проверим, что это за вопросик. Что это? Патроны? Это мне... Не, нафиг не вернусь. Вот возвращаться в прошлые места нельзя, я это уже понял. Или можно подать? Ой, я что-то нашел. Прикольно. Можно? Зачем ты? Я же просто сейчас потратил бензин пустую. Что случилось? Почини ничего. Все, уехал. Если я здесь найду бензин, то это будет хорошо. Попробуем. Пять. Их тут 5. Тут ждем. Тут сейчас ждем, я уже чисто прошаренный, чисто тут. Хотя не особо. Что? Кромешной тьме. А хотя и на свету все равно. Так нечестно. Попаду. А не попаду. Ладно, перемежечками. Я вот не понимаю, это стена или нет? Это не стена, да? Меня сейчас чисто обстреляют, как хотят, да? Понял. Мисс, я понял. Я тебя понял. Мы тут миссуем, получается, да? Ну тут просто так. А ты попадешь? Вот ты попадешь, ты хорош. У тебя снайперская винтовка, и ты не можешь попасть. Как же, блин, тебе не стыдно. Я вот не знаю, что он это делает. Все понял. Зовет собак. Давай, это чисто обстрел сейчас пойдет, и да. Да, это чисто обстрел. Что-то с этим снайпером не так. Он слишком далеко стреляет. Ему нужно выбить 2 глаза. Ну давай попробуем еще. Ну, ты перемигаешь сюда, стреляешь в упор и не промахиваешься. Спасибо. А ты? Ну, а что я тебе скажу? Ты стой на месте.
Вот почему так ты не делаешь? Так нечестно. А так хорошо. Ой, как хорошо. Я себя сейчас чувствую прям кайф. Я его еще убил. Это больше кайф, чем я не... Понял? Если я захочу хоть как-то стрелять... Да, он по мне стрелял. Понял, отдыхай. Так, теперь мне нужно, чтобы медик срочно... Срочно прибежал. Срочно. А, патрон закон. Ах ты с... Понял. Не понял. Ну давай. Ты. О, кайф. Сваливай. Тебя восстановим. Не ссы. Не ссы. Сейчас восстановим. Так, меня взяли на мушку. Все, я понял. И тут я взял... Чего? Что? Почему ты умер? То есть у меня этого персонажа больше нет. Если его больше нет, это прям обидно, если честно. Прям вдвоем тут. Опять на мушке. Сука. Сука. Ты чё, блядь? Хватит. Не хочу этого терпеть. Так, он снесёт... Ага, ты. Даже нет. Двинься. Все правильно. Ты двигайся. Что сюда. И стреляй по этому говнюку. А, ну да, получается. По мне попадают, по-моему, нет. Ладно. Хорошо. Перезарядка здесь не нужна. Ну ты остаешься так. Надеюсь, его можно будет установить. Потому что он как-то быстро слился. Это прям неприятно. Да хватит! Ты издеваешься. Что? Извините, ты не можешь, и я опять проигрываю. Это вообще жестко. Что происходит? Я по тебе попаду сейчас. Не, я не попаду ни по кому. Ладно, подхили. Давай. Как ты вообще стреляешь с таких мест и... Ты опять? Ты снова? Ты... Дурак? Вот и не трогай. Ты остаешься на месте. Все, понял, давай. Ух, вот это пацан. Это пациента дает. Ты что, дурак, что ли, блядь? Я даже специально вот так вот подойду. Блин, ты же его не убьешь, да? Ну да, специально оставишь 5 хп. Ладно, я только подхилился. Так, ты чисто в упор попадаешь, поэтому... Ох.
Ты, надеюсь, живой? Надеюсь, я никого не потерял. Я потерял пацана. Я потерял одного человека. Это ужасно. Как их восстановить, никто не знает. Сколько эта фигня сносит? Патронов-то я вижу. Эпическое, да-да-да. Мне это ничего не дает, если честно. Ты сколько сносишь? Вот почему? Может, я кого-нибудь найду еще? Я знаю теперь, что нижняя кнопка нужна не для того, чтобы экипировать. Нужна для того, чтобы продать. Так, мне нужны люди. И что? Экспы дали. Ты вас вообще можно качать? Что за хрень? А у меня сколько? Не ноль? Ладно. Я не доеду. Я не доеду. Я не уничтожу их. Но только так можно. Это плохо. У нас один атакующий. А, они еще и ходят. Ну да, получается. Хорошо. Четко. Великолепно. Блядь. Вуф-вуф. Вуф-вуф. Я понял. Если бы я что-то понимал, да? Так, ты. Я выбираю тебя. Ты его хилишь. У него становится фулл хп. Он идет чисто в атаку. Нет, он не идет в атаку. Он прячется здесь. Прячется. И попытается стрельнуть. И промахивается. Понял. Нет, хил у нас ограничен. Если он умрет, то она должна его подхилить. Правильно делаешь. Правильно мажешь. А ты вообще там оставайся. Далеко, Вов. Так ты. Минус один. Не достаю, прихожу сюда, стреляю. Не убиваю, 2 хп оставляю. Чё же я получаю? Что ты не сдвинешься. Всё, я отдыхаю. Ты же целишься, да? Да. Ладно тебе. А, это чисто предупредить. Сколько патронов? Последний патрон остался. Так, ты. Так, они сбегаются на мясо. Откуда у тебя 10 кусков мяса вообще? Я не понимаю. Так, надеюсь, у меня остался тот, у кого есть граната. Пожалуйста, будь человеком с гранатой. Так. Это хорошо. Не понял. Зачем? Вот зачем? Зачем, собачка?
что ли? А. Ну давай. Он не сдвигается чисто с места, ждет меня, я понял. Вот это потихоньку подходит. Ты чё, собака? Панч. Нельзя тратить так. Спринт чисто. Чисто спринтом. А ты можешь спринтовать? Ты дурак? Ну, я понял, мы потеряли еще одно. Так, для тебя не достаем, значит, что... Значит, ждем. За углом меня не должны никаким образом попасть. Если даже он попытается стрельнуть, он должен промазать со 100% вероятностью. Так. А, ну, я понял. Так, ты бежишь сюда. Чтобы спрятаться. Затем предупредительный выстрел я не могу пройти. Ты отдыхаешь. Так, ты... Нет, ты стоишь на месте. Ты вообще... Все, ждем. Ждем же, да? Да, ждем. Это потихоньку подходит слева. И вот такой сейчас... Тут такой... Опа-на! Такой, здрасте! А, у меня... А я такой... Опа-на! Опа-на! А ты... А ты стоишь тут. А, их еще двое. Где второй? Я... Ты не там! Если б... Я не увидел, что он не сдох. А ты куда побежал? Ладно, умри. Так, ты... Можешь подхилить? Нет, далеко. Когда ты... Отдыхаешь. Мне кажется, он забаговался, потому что он на одном и том же месте чисто топчется. Ты идешь сюда. Все. На всякий случай, если оно... Если он прям захочет сюда пойти, а он не захочет сюда пойти. Если он не захочет сюда пойти, то ему конец. Потому что раз... Смотри, ты в упоре. Два, все. Несмотря на то, что я потерял одного человека, ох, это было хорошо. Это хорошо. Пистолет. Сейчас, секунду. Ранг минус 6. А, нет, ранг 6, понял. Чего, блин? Аккурась. Ладно, пофиг. Как это эквипнуть? А это не... Ау. Ау. Так, что этот? Критический дамаг меньше. Понял. Продаем. Все. Если бы я мог эквипнуть... А я не могу эквипнуть. Обидно. Ну, дайте я апнусь-то. Дайте мне уровень. Нету. Почему? Сколько у тебя хила осталось? Ну, я понял. Последний раз используем его. Нужно будет искать.
самому. Где это? Зачем я сюда поехал? Я вам вернусь надо. Кроме кобры ничего не шел. Сейчас посмотрим. Надеюсь, я не зря сейчас еду назад. Я не буду вас атаковать. Мне сейчас это и нахрен не надо. Давай, что ты мне предложишь? Это что? Это рандомное что-то. А, медикамент. Понял. Сколько он? 150, это что? Пофиг, пусть будет, все. Он тут все хорошо. Я не могу, да? Так, медикит. Я верю, что они у тебя теперь появились. Да, я еще могу еще два раза использовать. Этот я купил бензин на два раза еще. Как же вы объезжаете, непонятно. Не, я даже трогать. Вот сюда я уже хочу. А что? Если я подожду, я могу ничего. Чего? Ты куда? Эй! Ну и что же у нас тут? Кто? Что-то там? Надеюсь, я никого не проспу. Я не знаю, что это значит, но... О, кайф. Не помню. Что-то работает. А, понял. Ну, это уже что-то. Зачем ты его активировал? Мне вот это интересно. Значит, там надо его поверху идти. Ну, да. Надо доехать до конца. Да идите вы, идите в каку. Секунду, мачете. Кому я могу поставить мачете? Подожди. Где граната? Ах ты же, блин. Давай, я доеду чуть до конца. Ничего не нашли, да? Ура. Давай дальше. Драка? Кого-то на расстрел? И чё? Какой расстрел? Чё их так много-то? Три собаки, два медики! Эх, эти медики-то, а? Я пошутил. Так. Сейчас нужно потихоньку передвигаться, но сначала уничтожить вот этого человека сзади нас. Серьезно. Надеюсь, я по нему попаду. Что это такое? Один. Куда? Ты идешь сюда. Тебе дальше немножко идти надо. Вот тоже попади. Так, минус один. Все, 100% он не установится со 100%. Также со 100% вероятностью. Все.
Так, дальше. Как ходят они? Они идут ближе к нам. Промазывают. Самое главное, промазывают. Он гриф, чё? Ах ты! Ты серьезно? Так, собака далеко не пойдет. Все нормально. 28 хп мне снесли. Это где видно-то? Так, ты меня хилить 100% будешь. Или же... Вот эти все собаки. Собаки. Которые собаки собачные. Вернутся сюда. Хотя, иди ты нахер. Тебе 100% восстанавливать. Ты стреляешь по бедной собачке. Ты тоже стреляешь по бедной собачке и промахиваешься. Я тебя понял. Тогда так. Ну. Ждем. Идеально. О, да. Я прям кайфую сейчас. Сейчас надо медиков чисто выгашивать. Да ладно! А, то есть она просто пошла, все хорошо. Что? Ладно. И я запомнил. О, да. Ты. Самое главное, ты. Также убиваешь бедную собачку, которая нам ничего не сделала. Обидно, кстати. Так. Мясо кинул, меня никто не трогает уж. О, да, мясо. Хороши мясо. О, да. Ты куда? Кайф. Кушай там. Блин, на один. Ой, попади. Понятно. Теперь я мазы, да? Не, что. Так, хорошо. А, да без разницы. Да? Два патрона перезарядка. Давай дальше. Одна собака. Зря ты туда встал. Энгри. То что? И это со 100% вероятностью ты попадаешь? Он хилит сам себя, это понятно. Кайф. Так. Ты собака. Запомни. Я не знаю, что это, но пусть будет. О, ладно, теперь ты. Сейчас хил можно не экономить совершенно. Хотя надо было сэкономить еще на один раз. Так, его скорее всего сейчас будут хилить, да? Куда? Да, его... Нет, его не... А, его будут хилить. Так, ну тогда избавляемся от того, кто хилит. Тихонько наносим урон. Ты почему не умираешь-то? Что за хрень? Еще раз попробую сказать. Ну да. Минус. Кайф. Надо было сэкономить на нее, потому что она... Да куда ты идешь? Все, теперь мясы про... Мясы исчезли. Что мне еще сказать? Перезарядись. Понятно, перезарядки нету.
Можешь убежать? Нет, не можешь. Ладно. Зачем ты убегаешь-то? Ножка засав. Я же не попаду, да? Ах ты. Да куда ты убегаешь? Что я еще тебе ничего плохого не сделал. Ты уже убегаешь. Не надо так. Вот дошли мы его вдвоем. Капец. Хотя можно было по всей карте попутешествовать, но... Какого-то спас. Если кто умеет читать, по-английски читайте. Что я читать по-английски не умею. Это что? О, это уже калашников, это уже нам надо. Chattering excitedly, you stroll back to your jeep. You get in and drive into the setting sun while Morton entertains you with his absurd anecdotes. А, то есть это типа я прошел только на обычном уровне сложности. Вот оно в чем дело. А, ну начать новое. Понял. Давай. Вот такая была игра. Нужно заканчивать. Итак, всем пока, с вами был Сталс. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующих встреч и всем пока.